Здравствуйте, меня зовут Наталья Сарафанова, я руководитель трихологического направления Академии Монблан. Сегодня я расскажу вам об одной из линеек бренда Nubia, трихологического бренда, который направлен на решение тех или иных патологий кожи головы. И конкретно сегодня поговорим о линейке Salute. И я покажу полностью выполнение этого протокола от начала и до конца. Первым этапом наносим ампулу 1. Это ампула с высокой концентрацией активных ингредиентов. Именно тех ингредиентов, которые будут работать с сибарейным дерматитом. Содержимое ампулы наносим капельно и распределяем пальцем по коже волосистой части головы. Шаг между проборами около 1 см. После того, как все содержимое ампулы распределено по всей поверхности кожи волосистой части головы, выполняем массаж. По истечении времени выдержки смываем ампулу 1 шампунем, конечно же, из линейки Salute. После мытья удаляем излишки влаги и распределяем ампулу 2, точно так же, как распределяли ампулу 1. Тщательно распределяем продукт по всей поверхности кожи головы, так, чтобы он равномерно покрывал всю кожу. Ампула 2 не смывается, а соответственно выполняем сушку и укладку.